Ребята, всем привет! И сегодня, как и обещала, у нас будет лайфхаки к Пасхе. Но вы спросите, почему же у меня на календарике май? Спросим, да, почему у тебя там май? Потому что в этом году, к сожалению или к счастью, Пасха в мае. Очень поздно в этом году у нас Пасха, но зато есть время к ней подготовиться. Ага, побольше. И у меня тут уже такой вот антуражик. Да, уже все в такой у тебя гамме, уже фонарики. Посмотрите, тут такой вот зайчик, и он очень-очень старенький, но я его все равно люблю. Ему, наверное, лет примерно как мне. Потрепыш он такой уже. Да, ну смотрите, какой он милый. Ты ему там бантики какие-то сделала, да? Да. И эти кулончики. И кулончики. А что же это за ветки у тебя, Диана, тут торчат? А это для первого лайфхака к Пасхе. Ребята, ну и этот лайфхак у нас с веточками и вот с такими вот помпошками. Нам нужны веточки, помпошки и вот такой вот клей-пистолет. И клей-пистолет. Что же ты будешь пистолетить? Потому что весной всегда почки там на этих веточках, на деревьях. Пока не видно никаких почек. Но мы их сделаем из этих помпончиков. Отлично, будешь делать красивые веточки. Да. Ну, у тебя весна, Пасха, что красота. Прекрасно. Прекрасно. Ну что, приступаем к делу? Приступаем. Итак, Диана Константиновна, что мы делаем первым делом? Да, первым делом мы должны включить клей-пистолет. Да, давай включай. Вот. Все, загорелась лампочка. Загорелась, ждем. Да, положить на бумажку. Пока. Какой ты выбрала там клей? Почему ты выбрала золотой? Ну, потому что он красивый, такой весенний. Вот я не знаю, как он будет смотреться на веточках. Ну, заодно узнаем. А пока я выберу помпошки какие. А мне кажется, вот они все нам подходят. Ну, в принципе, да. Смотри, они такие разноцветные, мне кажется. Должно быть красиво. Будут хорошо смотреться, да. Но по ходу дела разберемся. Да. У нас такой девиз. Да. Правильно, да? Да. Ну что, ждем. Будем решать проблему по мере их поступления. Так, говорит Светлана Викторовна. Да. Итак, берем веточку. Убираем веточку самую красивую. Опс. И берем бумажечку, подкладываем. Чтобы не испортить ничего. Да, клей-пистолет берем. И, к примеру, вот сюда вот мажем. Оп. Капельку кладем клей. И берем помпошку. Хочу желтенькую. Давай. Большую. Оп. Слушайте, Новым годом запахло. Да ладно. Да. Вот так, счастливы все Пасхи. Новым годом. Ну все, вот одна сидит, давай следующую. Так, например, вот сюда. Давай. Давай. Тут клей чуть-чуть. Аккуратно, чуть-чуть. Пальчики. Он растекается, конечно, немножко. Вот. Так, кладешь. Он липнет. Держите помпошечки. Так, сберем. Мне кажется, сразу две можно прилепить. Вот. Так, ну как тебе процесс? Мне нравится. Так, ну все, и вот так вот терпеливо продолжаем. Куда-нибудь сюда. Украшать. Так, помпошка. Какую помпошку розовенькую? Еще возьмем. Ну что ж, отлично. Так, ну я смотрю, ты веточку уже заканчиваешь. Да, сейчас покажу, что у меня получилось. Работа кропотливая получается. Очень кропотливая, я бы вам сказала. Ну, зато смотри, какая веточка стала красивая. Оп-та-лям, вот что у меня получилось. Вот какая веточка получилась. Очень даже симпатичненько, мне кажется, тебе как? Мне тоже очень нравится. Ну, давай, ставим ее в вазочку, тут доставай. И нужно сделать вторую. Берем еще одну. Следующая пошла веточка. А это-то уже, смотри, как хорошо смотрится. Да. Еще тут у тебя цветная картиночка стоит. Цвета не сильно видно, так светло у нас. Давай следующая.
Диана, расскажи, пожалуйста, где мы эти помпошки брали? Да, мы их брали в магазине рукоделия. Они могут быть в Читай-городе, в Леонардо. Такие мягкие шарики. Может, пенопластовые цветные тоже можно клеить, да? Ну да, как у меня для слайма. Да, может быть, тоже неплохо будет. Какие есть, все можно клеить. Мне кажется, даже с перьями можно сделать. Можно. Может, сделаем с перьями? Прикольно. Может, это еще один будет способ украсить? Да, лайфхак такой. Такой себе лайфхак. Ну, работаем, работаем, не расслабляемся. Я не расслабляюсь, поверьте мне. Диана, ну чего сидим? Третья ветка тебя ждет. В смысле? Я и так с этими уже упарилась. Ребята, ну вот и третья веточка уже готова. Ты уже запуталась в этих веточках, по-моему. Да. Все, мы уже отключили. Ставим. Ну, ты как-то странненько ставишь. Ну, а как ты мне ее поставишь? Да, я тебе поставлю. Давай. Так, вот я помогла Дианочке поставить веточки красиво, чтобы было. Ну, как тебе кажется, подходит к интерьеру к твоему? Да, я считаю, подходит очень. Очень, так по-весеннему. И уроки веселее будет делать, как ты считаешь? Да, согласна. Согласна, да? Ну, да. Все тогда. Ну, кое-что я хотела все-таки сказать. Что? Про веточки. Ну? Ни одно дерево не пострадало. Ой, как ты громко говоришь. Потому что у нас в городе или во дворе обрезают вот эти вот веточки. И мы их там просто нашли. Вы тоже у себя во дворе поищите и обязательно найдете. Да. Ну что, ребята, первый лайфхак удался. Посмотреть, какой он красивый. И переходим к следующему лайфхаку.